Привет, модельской братве, AKA Crazy Russian, крутейшего штата Огайо. На канале DCC Chain Live вчера я сделал замеры вольтажа вот на этих светодиодах. Этот горит, просто на него смотреть. Этот еще небольшое преломление из-за того, что в такой, ну, assembly, да. А этот шпарит. Фу. Здесь два. Подсоединили два вот так вот. Ну, рапида. Молодцы, ребята. Хорошо сделано все, кроме, повторюсь еще раз, вот этого такого световода. То есть эта штука, ну, так вверх ногами. И за линзами в передке здесь. И, конечно же, все тускло, не равномерно. А сейчас я аккуратненько покажу, ну, память, чтобы обновить то, что я сделал. Это мои. Светят они не хуже, чем вот этот два. Вот это вот ассембли. Сборка. Во. Так. Сейчас прям подключаем живьем. Я имею в виду. Все это дело разберу. Так. Common, по-моему. Да. Чем я был очень доволен, ребят. Источник питания и тестер выдает прям четко в нольцен. Потому что здесь кто-то уже был и настраивали вот выходной вольтаж. Но я не хочу никаких сюрпризов. Так, по идее, черный камен. Посмотрим, как Rapido делает, ну, следует якобы color scheme, да, цветовой схеме. Так, сейчас у нас здесь все работает. Вырубаем. Значит, этот черный с перекусанной, ну, как мой, в моей интерпретации, это сигнал, да, он, видите, я погнул эти провода. Значит, будет черный. А красный у нас землица. Все, супер. Здесь все обесточено, так что волноваться не надо. Модель лежит на крыше. Ничего страшного. Вначале, ребят, посмотрите, нет ли антенн никаких. Если просто лежит сам вот этот корпус, ничего страшного. Но желательно не делать это, когда у вас корпус стоит. Корпус установлен. После этого, если все будет хорошо, я надеюсь, будет все хорошо, я вот это вот все поменяю на Captain Tape и, наверное, видосик на английском для рапидовских наших друзей. Потому что это вот это вот, ну, это типа из синей изоленты совковой. Недалеко, но это какая-то китайская фуфлятина, которая уже здесь все отвалилась. То есть, ну, 5 лет Локомотиву, что-то в этом духе. Так. Мне нравится конструкция. В общем, там здесь какая-то ленточка здесь, типа для изоляции. Ну, как-то все. Непонятно иногда мне. Так, немножко всегда. Я тоже кладу флюса, чтобы она. Попробую сохранить эти LEDs. Светодиодики. Вот. Ну, вроде я сейчас уже как инсталляции я много не делал. Я занимался вот этим. Я вам все расскажу в ближайшем видео. Так, что нам сделать нужно? Нужно эти светодиоды. Задержать. Рукой это не очень удобно делать, потому что провода болтаются, и все, берем помощника. Так, вот так вот делается. Раз. Ну, тепло тоже может отвести чуть-чуть от светодиодов. Я постараюсь не перекалить это все дело. Так, раз. Давай. Оп. Yeah.
с этой стороны, но не очень удобно. А, сделаем сейчас так вот. Угол. Окей. Сейчас попробую, интересно, светодиод будет работать. Врубаем на пробу. Плюс где был? С этой стороны, да? И... Да. Странно. Но здесь плюс еще, ребята. Я работаю, смотрите. Вау. И оставим их. Не знаю. Если аккуратненько их снять. Есть светодиоды, где стоит очень мощная вот эта вот, ну, не линза, ну, скажем, линза. И сделана из какого-то, может быть, типа эпоксидки с добавлением цвета. Это я догадываюсь только. Кто знает, ребят, расскажите. Есть такие, которые сделаны из мощного какого-то пластика. Либо тоже эпоксидки, но которые очень хорошо держат. Ну, это старое поколение светодиодов. Очень хорошо держат температуру. Вот некоторые новые, я не думал, они просто расплавились. Вот так вот. Так, снимаем вот это не нужно. Хотя можно ее просто здесь вот так вот оставить, эту ассембли. Если она не будет болтаться. Угу. Потом она отвалится. Это же вот интересно как-то сделано. Немножко по-другому, чем на с этой стороны. Или я ее неправильно поставил? А, окей. Нет, неправильно поставил. Ну, не важно. Не так важно. А, да. Очень интересный момент. Чем они отличаются? Здесь как-то прорезано. Прорезано вот здесь. Как-то все непонятно. Может быть, интенсивность хотели. Я говорю, ребят, так что смотрите все всегда за, так сказать, за откуда модель, что модель, кто там лазил. В основном вот эти все лазильщики. Ничего, никакой, have no idea. Ничего не понимают, ничего, просто залезают туда. Вот, так что это чревато всегда, надо смотреть. Ладно, будет достаточно места мне, что если я сейчас четко привяжу эти, сделаем вот так. Так, никаких напруг нет, нет. Еще сделаем... Так, вырублю вообще. Провода лишние, ничего страшного. Совершенно ничего страшного. Они просто сюда аккуратненько. Ну, может быть. Хотя они идут, кстати, отсюда. Но вот так вот, чтобы лишнего здесь тоже не болталось. Лучше сделать. Я их протрассирую вот здесь через, да, вот аккуратненько отсюда, прошу прощения, вот так протрассирую сюда и сюда, вот. Но это уже, так сказать, после. Так, ладно, главное сейчас зацепиться, подцепиться. Так. Всех скруточку такую сделал мощную пинцетом.
никуда не денется. О! Здесь не так хорошо. Скруточку еще разок. Я не поленился, нашел много это шинкивинг. Сейчас запаяем, и я постараюсь сделать не такие долгие видосы, все-таки они, не знаю почему, но они не очень, видимо, интересные, потому что долго, да. Может быть, какая-то очень важная вещь под конце видео и под конец видео, и, ну, я прекрасно понимаю, не до конца смотрит. Так, на весу нормально. Что видно. Так. Значит, это сигнал. И сигнал идет сюда. Немножко на весу, что не есть, очень хорошо. Да, что и требовалось доказать. Потому что это все вот так вот болтается. Хороший, хороший, кстати, вот тип вам, ребят. Даже вот чуть-чуть, вроде бы, да, один провод. Во-первых, старый провод, он не так будет паяться хорошо. Но здесь тоже навьючено всего. Покороче все это сделать тоже. Так, шинтюбинг есть, есть. Не скупимся на флюс. Свеженький припой. И вот это уже другой коленкор. Так. Вот так. Ну, просто песня. А, чё, я такой крутой, что прям шринк-тюбинг. А, так, я уверен? Ну, сейчас посмотрим. Степень крутизны. Ну да, я практически уверен, но узнаем. Так. То есть... Так вот они пойдут два на один на одну сторону, другой на другую сторону. Песня. То же самое здесь. Вот эта изолента. У меня это как... я просто становлюсь какой-то с этой изолентой. Меня, ну знаете, уже первый год. Как меня колбасит от этого фуфла всего. Ну, вот так, наверное. Так, другая сторона у нас где? Чуть-чуть освежить. Ну, да. Эти... Да, я их раньше отдельно, наверное, скручивал или что-то в этом духе. Ну, все уже теперь четко. Так, теперь второй шинг-тюбинг. Так, это на плюс. Свеженький припойчик. Когда вот старые провода, ну, только с одной стороны старый, всегда свеженький припойчик. Это всегда good. Ну, не прям супер-супер. Ну, вообще нет, да, я доволен. Провода паршивые, красные. Черный не так. Красный...
То есть могут быть закуплены в разное время, ребят, с разных производителей. Он начинает съеживаться от температуры. Это плохо. Это очень плохо. Ну, в допустимых, так сказать, пределах. Окей. Moment of truth. Ну, по идее, должно четко быть. Будет видно вам? Мне не будет видно сейчас. Так. Ну, видите, достаточно длины проводов, чтобы делать. То есть я потом его перекину вот на ту сторону спокойно. Сделаем в следующем видосе, я надеюсь. Все. И можно собирать. Ditch lights, по идее, должны быть четкие. Так, я смогу вам повернуть, показать? Смогу. Окей. Ну, вперед. Прозваниваем. Ну, в смысле, тестируем. F8. Direct address. О, видал? То есть он дает напругу. Еще разок. Escape address. Неужели я ошибся? Это будет прикол. Нет, я не ошибся. Просто видно выход вот на эти headlights, да? Он и настроен по-другому немного. Так? Из-за этого он не моргал, как вот этот вот. По-моему, это number boards. Да, это number boards здесь есть. Ну, они нормальные. Про number boards клиент, вот здесь, да? Клиент ничего не спросил, а я и не спросили. Ну вот, аплодисменты в студию. Большое спасибо за внимание. Ребят, поддержку канала, просмотры от души. И увидимся скоро. Давай.